Рад видеть вас на канале «Час ремонта». Сегодня на обзоре инверторный сварочный аппарат Wirth MMA200N. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, а также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Сварочный аппарат Wirth MMA200N применяется для соединения металлических конструкций и заготовок. Аппарат относится к силовой технике бытового класса. Длина устройства 230 мм, ширина 97, высота агрегата 152 мм. Небольшой вес прибора, который не превышает 2,8 кг. При этом сварщик может использовать переноску в виде ремня, который позволяет производить несложные технологические работы с металлом на высоте. В комплектации, кроме самого аппарата, вы найдете комплект кабелей и документацию, поставляется в картонной упаковке. Сварочный инвертор Wirth MMA200N осуществляет ручную дуговую сварку штучными плавящимися электродами MMA, а также имеет возможность аргонодуговой сварки TIG на постоянном токе, не плавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа аргона, сварка только углеродистых и нержавеющих сталей. Аппарат оснащен различными функциями, такими как горячий старт, антизалипание и форсаж дуги. Подойдет для использования в гараже, на небольшой стройке, в коммунальной сфере. Модель сварочного аппарата имеет специальное предохранительное устройство, которое используется в качестве предупреждения от перегрева. На корпусе имеется световой индикатор, который указывает на перегрев устройства. Желтый индикатор сигнализирует о перегреве и происходит автоматическое отключение устройства в целях предупреждения форс-мажорных обстоятельств. Преимущество. Сварочный аппарат имеет долгий срок службы. Надежное исполнение. Функция горячего старта. Антизалипание. Форсаж дуги. Высокая производительность. ПВ 60%. Работа при пониженном напряжении до 130 вольт. Защита от перегрева. Малый вес и компактный корпус. Возможность аргонодуговой сварки TIG-DC. Возможность работы при напряжении до 260 вольт. Мобильность. Широкий диапазон сварочного тока. Прочный корпус, устойчивый к внешним воздействиям, естественное охлаждение при длительной работе, ремень для удобства транспортировки. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала я расскажу вам, на что жалуются обладатели этого аппарата. Гарантийного талона не было в комплекте. Кабели короткие. Проработал 4 дня. Масса при первой сварке расплавилась. Завышенная амперная характеристика. Нет резиновых ножек. Буду объективным и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей этой модели. Легкий и небольшой по габаритам. Очень удобный. Варит отлично, мягко, без залипания. Дуга горит хорошо, брызг почти нет. Работает тихо. Держак и зажим хорошие для дома. Простота настройки и использования. Не сажает напряжение в сети. Плата пролакирована. Возможно, вы станете владельцем этой модели инверторного сварочного аппарата. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и комментарий. Подписывайтесь на канал и уведомления, будет много интересного. Всем пока!